Всем привет! Ну, мы опять на Китайке, ребята, и сегодня мы будем опять дальше трешивать. Хочу закрыть четвертые кошмарки, чтобы побыстрее фармить нормально кгшки. У нас уже прошла обнова. В принципе, изменения довольно-таки неплохие. Можно подкачать скилл нашему хранителю. Также можно подкачать купидончика на следующий левел. Так, ну как видите, сейчас 45-45 на 6 секунд. Ради интереса сейчас хочу прокачать Купидона на следующий скилл, то есть мы можем качать им 11-ю судьбу, и у нас должен подняться скилл плюс 1. В принципе, у нас где-то приблизительно уже хватает для прокачки. Так, Купидон. Ну что, поехали. Трешанем, попробуем. Камней, как видите, у нас хватает на прокачку. Так, теперь надо заработать немножко будет. Бигфута ремочку убираем. Сейчас по-быстренькому подкачаем плюс один скилл. То чувство, когда у тебя не хватает кгшек, но ты можешь за счет камней судьбы поднять скилл на один. У меня так на Анубисе, он девятка, но благодаря судьбе я прокачал его на 11, и у него стала десятка автоматом. Сейчас мы проверим это на Купидоне. У него восьмерочка. Ой, по-моему, даже не восьмерочка, где там Купидончик наш. Да, у него восьмерочка стоит. Сейчас мы трешанем. Возможно, и хранителя поднимем. Посмотрим. Тема очень интересная. Но опять же, это интересная тема для тех, кто донатит. Потому что обычных людей это немножко проблемно с камнями. Так. У нас, в принципе, тут камней уже хватает. Так, побежали в судьбу. На две локации точно. Так, вот наш Купидон. Вот единственная пока проблема — это со значками почета, но я героев до 200 поднимаю, поэтому это не особо страшно. Так, у нас не хватает значков, но у нас есть книги. Так, надо еще даже больше, чем 45. Так, использовать. Продадим две книги, 80 тысяч. И сейчас немножко еще пофармим. Тут 4 раза по 1 200 000 надо. Так, один есть. Как видите, сила поднимается у нас очень быстро. Так, Купидон улучшить.
Третьи кошмарки мы вообще трешово прошли практически там с первого раза. Надеюсь, с четвертыми то же самое сейчас будет. Вот как-то странно, когда есть юниты, он в основном юнитов долбит. Не могу понять почему, какой у него приоритет. Так, есть... Второй. Думаю качнуть силу до 100 тысяч. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. В принципе, у нас ограничения по силе. Мало ресурсов получаем, или до 120 даже. Так, поехали в следующий раз. Обязательно, ребят, лайкаем. Лайкаем видосы. Выпускаю для вас. Чем больше лайков, тем больше мы в рейтинге поднимаемся. И более лучше развитие канала, больше народа будет. Будет более веселей. Так, есть. Так. Думал, сегодня у нас будет смена акций, но как-то странно, они ничего не изменили. Все так же оставили. Так, нужен Купидон. У нас Купидон есть. Ну, вот так вот. 20 плюс 1. Смотрим. Смотрим, что у нас получилось. Где наш Купидончик? Вот так вот, ребята. 9-11. Уже 55, то есть можно таким образом прокачивать героев на один скилл выше, допустим, качнуть девятки, у них автоматом будет десяточка прописана. Так, возвращаем нашего Анубиса обратно, смотрим героев. Так, ворожею надо поменять на каменку, тыковка. Хранителя тоже мы подкачаем на 11. Это будет быстрее, чем кагашками. Так, ну что, поехали. Поехали. Магию смотрим. Давайте немножко подфармим. Золото надо подфармить. Так, есть. Побежали. Магия есть. Кошмарки 4. Да, это они 4. 4-1. Ну, героев мало, как видите. Думаю, тут у нас особо проблем не будет.
Фрея, кстати, неплохо помогает. Ну, все, разгон получили. 4-1 затащили. Даже метелька не нужна нам. Так, есть. Побежали дальше. 4-2. Так, тут лучше начинать, наверное, сверху. Посносить верхние башни, потому что снизу стана очень много будет. Это более проблемно будет для нас. Все, героев, как видите, сливаем. Купидончик у нас уже дает 55. Не 45, а 55. Немножко подкачаю героев до первой эволюции, можно будет свободно качать. Ну, думаю, не особо свободно, но переходить постепенно на 12 скиллы. Видите, вот мы подошли к низу, и мы уже в стане. Ну, магические башни наносят очень мало урона здесь, поэтому лучше все-таки разбивать сначала стрелковые, а потом магические. Да, неплохо, неплохо, что добавили в этой обнове нам Купидона. Есть. Затащили. Берем магию. Побежали дальше. 4-3. Так, что тут у нас? Откуда лучше заходить? Попробуем зайти отсюда снизу. Так, усиление. Вот герои подбегают. Морозим их. Обязательно морозим, потому что они нас просто стычки сольют. Так, тыковка, тыковка. Жить, жить, жить. Давайте, давайте, тащите. Дракона слили. Все, героев благополучно слили. Разгончик получаем. Ой, как тыковка проседает жестко. Ворожай, иди под хил. Видите, стан проходит очень прилично по героям. Так, есть. 4-3 на 3 звезды. Побежали дальше. 4-4. Так, 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 так. Атлантики внизу. Ну, в принципе, можно и сверху начинать, но начнем. Наверное, лучше все-таки снизу через атлантов пойдем. Мы их приморозим, если что. Так, заморозили. Надеюсь, они... Ай-яй-яй-яй, пропустили, он включился. Вот так вот слились на Атланте. Надо было морозить чуть-чуть попозже, когда он подбежит. Так, хорошо. Есть, побежали опять. Попробуем опять через Атлантов забежать. Раз, два, Анубис. Есть, морозим, чтобы он, когда будет сейчас замороженный, не включился. Так, ну у нас остался, ух ты, миллион, нифига себе, тут Фрея наша долбит. Жесть, конечно, неплохо помогает, кстати, на этой подземке. Она добивает героев, которые там более-менее живучие. Ну, конечно, урон, блин, 1,6 миллиона, это жестко, ребята. Так, 4-4. Зафармили. 4-5.
тут героев уже поболее. Так, Атланты вижу. Ну, попробуем где-то отсюда забежать. Если что, приморозим шапку вместе с Атлантами. Ай-яй-яй, дракон успел. Так, шапка, морозим шапку. Ну, все, должны без проблем затащить. Самое главное, разгон сейчас от тыковки получить. И ворожай, чтобы подхил давал. Ну, в принципе, тут стрелковых башен не очень много, поэтому без проблем тащим. Как видите, с Минотавром было бы попроще. Мы с Минотавром это все обязательно пройдем. Но сейчас Анубис просто отжигает. Думаю, до шестых, до седьмых даже подземок дойдем с ним. Так, есть. Есть, побежали дальше. 4-6. Вот одна из тоже из моих таких не очень любимых в прошлом подземок. Но тут мы начинаем, будем вот так вот. Так, есть. Включился. Да, не успели. Видите, все-таки он включился. Надо морозить его сразу. Метель у нас еще не особо прокачанная, поэтому из-за этого есть немножко проблемы. Желательно, конечно, в первую очередь качать на подземке метель. Так, давайте. Раз, два. Выпустили всех. Сразу же морозим, чтобы он не успел до цели добежать. Так, все, тут слили. Ой, хорош. Криты, конечно, офигенно проходят. А что это было у нас? Это у нас, ребята, был варлок, который нас просто унизил, я бы так сказал. Так, ну. Подхил. Ну, питомцы у нас тут, я не знаю, тыковка нас разгона просто не дает. Мы просто сейчас не успеем. Не вариант. Вряд ли. Ну, попробуем сейчас снизу зайти. Что делать? Надо все-таки видеть, от обратка от варлока прилетела. Просто тыкву нашу снес. Дальше будет то же самое в подземках. Поэтому метелька и все виды магии нужны по максимуму. Так. Что тут у нас у хранителя? 80-ка. Бигфута докачиваем. Буду постепенно всем поднимать по возможности. Просвет до 80-го. Заодно и подкачаем силу. Ну, давайте попробуем вот тут трешануть сразу на героях. Сразу их всех сейчас стянем. Ой, а что это было? Что-то нифига не понял. Что, мы так варлока быстро зарядили? Не может быть. Что-то очень жестко слились. Так, пробуем еще раз. 4-6. Можно, в принципе, сбоку попробовать. Давайте сбоку попробуем. Вот отсюда закинем. Тут у нас фея есть. Так, ай-яй-яй-яй, видите, опять промахнулся, Влада не заблочил. Печально. Очень печально. Ничего не поделаешь. Так. Да, уже поинтереснее. Думаю, на пятых вообще будет кайфово это все проходить с нашими героями. Так, ну-ка давайте попробуем сразу заморозить. Не, нифига, сливаемся. Ничего себе.
Так, побежали. Магию не взяли. Ну, пробуем обратно отсюда. Так, Влада. Да что такое? Смотрите, что Варлок делает. Это жесть просто. Ну вот вам и обратка от Варлока. Просто сливает с плюшки. Что же будет дальше, ребята? Так. Пробуем. Так, ну ладно, давайте. Давайте где-то отсюда стартанем. С Атлантика этого. Вот так вот попробуем оттянуть. Может, так хоть получится. И не получим обратку. Вот, нормально. Вот теперь нормально. Немножко по-другому магию использовали. Так, ворожей. Что такое? Включайся давай. Ну и плюс у нас тыковка без эволюции. Так бы мы ее в свиток поставили, она бы вечно разгон нам давала офигенный. Но мы любители потрешивать. 4, 6 пройдено на 3 звезды. Кошмарка 4.7. Так, вот такой она вид имеет. Так, насколько я помню, я когда-то отсюда забегал. Сейчас Атлант подойдет, мы его заморозим. Усиление кидаем. Так. А ну без бей. Все нормально. Без вопросов. Тыковка, жить. Все, без проблем ее затащили. Выходим практически на финишную прямую. Интересно, что же будет у нас на седьмых, если мы к ним дойдем с такими героями? Родин, в принципе, у нас там есть, одержимый есть, но их надо качать. Так, 4-7 пройдено, 4-8. Вот такая вот она интересная. Попробуем вот отсюда со снеговика затащить. В принципе, он нам особо там проблемы. Так, самое главное. Не провтыкать где-то Атланта. Потому что это самое проблемное будет для нас. Вот Атлант бежит к нам. Морозим. Ух ты, видите, как Купидона у нас сняли. Ну, в принципе, Купидон. Самое главное, чтобы тыковка давала вовремя разгон. И ворожей выжим. Ну, мы скоро ворожей на эволюцию кинем. Поэтому это будет не так проблематично уже для нас. Он не будет так дохнуть. Конечно, если у вас выпадет воодушевление, однозначно ставьте тыкве. Берс уже не актуален совсем, к сожалению. Раньше был очень топовый талантик. Ну, за неимением воодушевления, конечно, на воодушевление больше героя. Можно и тыковки ставить. Так, вот она дает разгон. Давайте, добивайте, ребята.
Есть. 4-8 затащили. Четыре, девять. Вот такая вот подземочка. Тут пробуем, делаем вот так вот. Отсюда снизу. У нас все поразбегались, непонятно кто куда. Так, морозим, 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 морозим. Сливаемся. Окей. Немножко герои разбежались. Так, сейчас мы немножко подфармим золото. Давно я, конечно, эти подземки не проходил. Так, 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 так. Ну давайте отсюда попробуем со стороны феи. Ай-яй-яй. Ну, как видите, вообще без проблем. Можно было бы и с меса начать его долбануть. Станищие башни, конечно, это проблемно. Так, тыковка, давай разгон. Хранителя нашего слили, сволочи. Четыре, девять на три звезды. Итого мы потратили где-то около 20 минут на эту кошмарку с нашими героями. Так, есть, есть. Пополнить. Все, финишная прямая. 4-10. Вот такая вот подземочка. Будем стартовать сверху отсюда. Так, оттягиваем щит. Так, смотрим, Атланта слили одного. Ну, все, 4-10. Даже без этого пришли. Так, 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 что тут у нас? Башенки бьют очень больно. Хранителя нашего смотрю. Ну все, тыковка получила разгончик. Без проблем. Пишите, ребята, в комментариях, какими вам героями эти подземки попроходить. Будем пробовать другими составами. В принципе, все. Забираем награды. 528, 15 и 145 самоцветов. Все, что у нас получается на этой подземке. 88 кристаллов. Че, попробуем 5-1 ради интереса. Так, нам не хватает немножко золота, как обычно. Трешанем, попробуем 5-1. Как она будет проходиться у нас. Так. Вот она, 5-1, жесткая. Но это не точно. Смотрим.
Тут у нас уже есть и душегубы, которые будут давать нам обратку. Думаю, на пятых мы немножко пофанимся. Вот видите, то, о чем я говорил. Тут у нас уже герои идут, которые дают обрату обраточку. Поэтому, думаю, будет весело. Ну, думаю, все равно будем проходить. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.